Мне стало известно, что в последнее время меня называют коллаборационистом, как будто сотрудничать позорно. Я спрашиваю вас, что может быть лучше стремления к сотрудничеству? В нашей беспрецедентной ситуации отказ от сотрудничества – это отказ от развития, равный самоубийству. Отказывалась ли двояко дышащая рыба от воздуха? Нет. Станет ли повторять путь трилобитов? Неужели всем достижениям человечества суждено стать лишь осколками пластика, разбросанными на окаменевшем ложе между Бургеншейлом и тысячелетним слоем грязи? Чтобы не изменять себе и своей судьбе, мы должны стремиться к большему. Когда наступит коллапс сингулярности, я буду очень далеко, в другой вселенной, если быть точным. Вы же, к тому времени, будете уничтожены всеми возможными и даже некоторыми невозможными способами. Возможно, и даже некоторыми невозможными способами.